следует мазать йодом. Йод тоже очень хорошее дезинфицирующее средство и предохраняет от нагноений. Но согласитесь, что ваш йод обжигает кожу, в то время как лечение медом проходит совершенно безболезненно. Могу с вами согласиться, что лечение медом может оказаться подходящим только для малышей. Но для малышей ваш мед совсем не годится. Почему же? Ведь вы сами сказали, что лечение медом проходит совершенно безболезненно. Вам обязательно надо, чтобы было болезненно? Обязательно.